На зимнем чемпионате Украины по стрельбе из лука, который продолжается в спортивном комплексе Аэрокосмического университета ХАИ, в понедельник завершились соревнования блочников. В двух возрастных группах выступали 92 спортсмена из 9 областей. Харьковчане завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали. 53-летний Вадим Головко одержал победу в элитной категории. По ходу турнирной дистанции он перестрелял 4 соперников, а в финале одолел киевлянина Александра Архипского с минимальным перевесом 142-141. Головко выиграл зимний чемпионат страны 2-й год подряд. Несложная сетка для меня получилась, и противники каждый раз мне оставляли шанс, показывая невысокий результат. 18 метров – более спокойная стрельба, и стрельба должна быть настолько плавнее и меланхоличнее по сравнению с улицей, потому что на улице там ветер заставляет делать жесткий выстрел. Если будет жесткий выстрел, стрелу не снесет ветер. И стреляют там совершенно по-другому. Андрей Ким стал двукратным серебряным призером среди юниоров. В командных соревнованиях 20-летний студент Национального университета занял 2-е место вместе с Никитой Дюняшевым и Даниилом Сидоренко. В финале харьковчане уступили 6 баллов киевским блочникам. А в личном финале Ким показал одинаковый результат с одесситом Даниилом Неделько. В дополнительной перестрелке Андрей выбил 9-ку, его соперник – 10-ку. Самое обидное это все-таки сегодня, это спарринги наши, личные соревнования, когда мы даже делали перестрелку, что для финала это очень такая большая нагрузка, на ментальная большая нагрузка. И вот тут кто больше так постарается, то переборет себя. Вот мой соперник меня переборол все-таки, но это было очень честно и справедливо. И это есть повод мне еще больше тренироваться. Бронзу хозяевам зимнего чемпионата Украины принесли Диана Мурашко, Елена Гришпун и Дарья Чередниченко, которые стали 3-ми призерами в командном турнире среди юниорок. Во вторник начинается квалификация в классическом луке.